Тот самый саван. Элпинор не обманул. Плыву к дому Одиссея на крохотной лодке. Лучше мне не гневать Посейдона. Я больше не собираюсь спать. Я уже слишком стар. Если понадобится кого-то убить, сделаю это из лука. Понимаю. Но перед стрельбой из лука лучше не пить вина, поверь. Чтобы попасть в цель, нужна твердая рука. О, это гениально. Yeah.
Саван Пенелопы, воплоти, то есть в ткани. Кассандра, дело сделано? Конечно. Отлично. Теперь Саван твой. Он тебе не нужен? Но тогда зачем? Я обрел нечто более ценное. За твои труды, Мистия. Мне начинает казаться, что это была проверка. Возможно. Ты молодец, Мистия. Что скажешь, если я предложу убить полководца в Мегариде? Справишься и получишь вдвое больше. А, что скажешь? Тебе придется уплыть с Кефалинии так далеко, что можешь не вернуться. Я не убийца. Все бывает в первый раз. Что скажешь? Кто этот полководец? Его зовут Волком. Он тебе чем-то насолил? Да, я теряю деньги. Он мешает вести дела. Что ты можешь сказать о Мегариде? Это самые ценные земли в Греции. С военной точки зрения, конечно. К несчастью для местных жителей, у них два могучих соседа, и они не хотят жить мирно. Каринф и Афины постоянно сражаются за Мегариду. Почему я? Тебя там никто не знает. Ты словно тень. Я берусь. Отлично. Тебе нужен корабль. Он у тебя есть? Если бы был, мы бы сейчас не разговаривали. Как жаль. Боюсь, даже ты не доберешься туда без корабля. Найду. Прекрасно. Надеюсь, крепкий. Это почему? Плавать по морю весьма опасно.
Грядет война, и волк не на той стороне. Война? С кем? Греки вцепились друг другу в глотки. В какой дыре ты жила все это время? На Кефалинии. Откуда мне знать, что ты на той стороне? Потому что я плачу тебе. Ты не разочаруешься. Как сделаешь все в Мегариде, встретимся в Факиде, в лагере паломников.